Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. Музыкант и друг Аллы Пугачевой Талгат Тухтамышев, который был свидетелем на ее свадьбе с Филиппом Киркоровым, скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на директора группы «Рецитал» Александра Левшина. «Мне передали, что его, к сожалению, не стало», — сказал Левшин. Талгат Тухтамышев, гитарист «Виаритм» и «Рецитал». Тухтамышев был свидетелем на свадьбе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова в 1994 году со стороны Примадонны. Кроме того, он снялся в фильме «Женщина, которая поет вместе с артисткой». Алла Пугачева пока не отреагировала на смерть близкого друга. Ее последняя публикация в Instagram посвящена Александру Градскому, который ушел из жизни 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни. 6 декабря в возрасте 51 года умер композитор, музыкант групп «Сплин» и «Калибри» Олег Эмиров, автор музыки к передачам «Намедни», программа «Максимум» и «Школа злословия». Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.